Всем привет, дорогие друзья, с вами Джон Кормилицын, и это уже 60-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Вы пока устраиваетесь поудобнее, а я расскажу, что у нас сегодня в выпуске. Новое музыкальное шоу с цифровыми аватарами, обновление NVIDIA Canvas, скетчап для iPad, 3DS Max и Maya 2022.2, персонажи Fortnite в шмотках Balenciaga и сравнение 3D-шных реклам Сбербанка и Fortnite. NVIDIA Canvas получила обновление. Это программа для рисования на основе искусственного интеллекта. Она переводит черновой эскиз в готовый рисунок. Последние изменения включают поддержку собственных изображений в качестве референсов или источников для оформления. Система получает ускорение на RTX GPU, и я уже слышу все недовольства обладателей AMD и других версий NVIDIA. Не расстраивайтесь, протестить технологию можно через браузерное приложение NVIDIA GaoGun. На выходе картинки, конечно, отличаются, только в чем именно, мы пока не поняли. Ссылочка в описании. Для Гудини вышла вторая версия Solvera Axiom. Он используется для сложных симуляций огня и дыма, ну и замещает встроенный Sparse PyroSolver. Программе всего год, она уже довольно популярна среди гудинщиков. Новую сборку полностью переработали с самого нуля, причем без сохранения обратной совместимости с прошлыми версиями. Из нововведений это поддержка рассеивания и диффузии цвета, новые типы вращений и новые типы шейпов. Также оптимизация памяти, более эффективный выбор ускорения GPU или CPU, ну и обновление модели ветра и давления. А еще, помимо этого, Axiom 2 становится платным, все лицензии бессрочные. Ну и, конечно же, сохранили бесплатный пробный режим. Ссылочка в описании. Давненько уже не было новостей по SketchUp. И вот компания-разработчик Trimble выпустила бету на iPad. Программа используется для архитектурного моделирования. Теперь можно проектировать в любом удобном месте. Поддерживает как мышь с клавиатурой, так и Apple Pencil. Только вот есть небольшой минус. Сборка может включать не все инструменты из полноценной софтины на ПК. Но при этом через Trimble Connect будет с ней легко интегрироваться. Чтобы попасть в закрытое тестирование, необходимо будет подать заявку. Ссылка в описании. А вот дату выхода и стоимость лицензии пока не огласили. Autodesk представили 3DS Max и Maya 2022.2. В Max'е среди изменений это улучшенная производительность сохранения файлов аж в два раза, дабы снизить прерывание. Интегрировали Unfold 3D для модификатора Unwrap UV, что улучшает алгоритмы пилинг, релаксинг и пакинг, чистки, сглаживание и упаковки. Усовершенствовали Smart Extrude, теперь при выдавливании можно частично порезать поверхность Editable Poly. Еще обновили чувствительность к давлению пера на графических планшетах, и пока не добавляли поддержку анимации в формате USD, в сам 3DS Max новых инструментов анимации не завозят, все другие улучшения по ссылочке в описании. Теперь по Maya. Здесь нововведений гораздо меньше. В Deformer Solidify добавили масштабирование для лучшего контроля размера выделенной области. Это позволяет просматривать влияние деформации на геометрию. Обновлены плагины Maya Bifrost и USD, ну и улучшили главный экран. А еще важная информация для разработчиков. Maya переходит на Python 3. И несмотря на недавний ребрендинг, логотипы остались прежними. Marmoset пополнила свою бесплатную библиотеку на 135 материалов. Они доступны только пользователям Toolbag. В этом выпуске добавили более 50 различных видов тканей, а среди других поверхностей появились новые виды керамики, грязи, металла и органических текстур, например, таких как мех или чешуя. Один специалист из нашего сообщества отправил нам программку Simpligon по оптимизации 3D-контента. Что самое интересное, софтину использовали в более чем 450 AAA-играх. В этот список входит Flight Simulator, Control, Halo 5 и даже третий Ведьмак. Ну и конечно же, полная версия стоит запредельные 30 тысяч баксов в год. Но и есть бесплатный вариант, поэтому мы и решили им поделиться. В сборке есть некоторые ограничения, но они не критичны, и вроде бы ее можно использовать для коммерции. 12 ноября Сбер запустит наружную 3D-рекламу с Чебурашкой и Геной. Да, вам не послышалось, все по канону. Столь невероятное событие приурочено к 180-летию банка. Анимацию разместят в деловом центре Москва-Сити, и эффект объемного изображения будут обеспечивать два LED-экрана, которые расположены под углом 90 градусов. И вроде это первый подобный проект в России. Если я ошибаюсь, обязательно поправьте в комментариях. Можете заметить, я их все лайкаю. Видео на 7 минут создавали 20 специалистов, порядка 4000 часов. За инсталляцию отвечает студия «Сила света». Тут, как говорится, русский графон. Что у нас с Эпиком? Epic Games заколабились с Balenciaga.
А точнее Собакин и некоторые другие персонажи Fortnite представили новую коллекцию дизайнерских вещей. Все шмотки героев имеют реальные прототипы и уже находятся в продаже как в фирменных магазинах, так и в самой игре. На сайте Эпика поверхностно описан весь рабочий процесс, и я кратко о нем расскажу. Вначале все прототипы были отсканированы, после модельки дорабатывали в ZBrush, где создавалась высокополигональная сетка. Затем в майки переводили в лоу-поли для повышения эффективности меша в движке Unreal. Также в пайплайн входил Marmoset Tool баг для переноса освещения, поверхности и последующего текстурирования в Substance Painter. И на этом все. Ничего невероятного и того, чего бы ты не смог сделать. Больше подробностей по ссылочке в описании. Помимо этого, в рамках рекламной кампании в некоторых городах запустили 3D-рекламу новой коллекции. Не знаю насчет 4000 часов над этой работой, но такие дела. Напомню, что уже конец месяца, так что успевай захапать бесплатный контент на Unreal Marketplace. Халява, конечно, повторяется по кругу, это не секрет, но вдруг у кого-то из вас таких ассетов еще нет. В сентябре представили стилизованный дом алхимика, пак из 46 боевых анимаций, винтажный кирпичный дом с мебелью и процедурную систему панелей с PBR материалами. А еще добавили генератор зданий, он будет лежать в бесплатном разделе на постоянной основе. Думаю, сэкономит уйму времени, за ссылочкой в описании. YouTube начал тестирование функции загрузки видео. Поучаствовать в эксперименте можно будет 19 октября и только пользователям YouTube Premium. Причем просмотр возможен только на ПК, в браузере. Среди совместимых это Chrome, Opera и Edge, Microsoft Edge. Подзагрузка ролика идет через сохраненный кэш, дата релиза пока неизвестна. Компания Fox запустила шоу с участием реальных исполнителей в образе цифровых актеров. На официальном сайте написано, что все конкурсанты предстают в образе своей мечты. Реализуется это с помощью захвата движений и мимики. Итоговая картинка выводится в реал-тайм на экранах. Первая серия состоялась на прошлой неделе. Только вот из-за всех ограничений его вряд ли удастся посмотреть. Все эпизоды представлены на сайте Fox. Ну что, в скором времени таких групп, как KDA, станет явно больше. Вы вообще, ребят, как к этому относитесь? Это вроде отличный вариант, чтобы найти свой уникальный стиль. Только вот будет сложновато после всей этой фееричности возвращаться в серую жизнь без волшебства. Ну и конечно же нашумевшая визуализация подводных кабелей оптоволокна. Ее создатель Тейлор Морган Уолл, эксперт по Big Data. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте обязательно лайк, если понравились новости. Залетайте к нам в телеграм-чат для того, чтобы общаться и узнавать друг друга получше. Точно, забыл сказать, ищем классного и отвязного дизайнера, который смог бы поработать у нас в команде. Пишите, если что, ко мне в личку в телеграме, и я всегда на связи. Не забывайте, кстати, закидывать свои классные работы к нам в телеграм-канал, потому что, блин, обсуждение идет по невероятному масштабу. Не стесняйтесь своих 3D-шек, не стесняйтесь своих знаний и обязательно что-нибудь делайте. До новых встреч, мои друзья, и всем пока.